Видеообзор iPhone 8 Plus. На экране есть мелкие царапины, еле видные. Просто до эксплуатации. За зарядное устройство. В комплекте входит только коробка. Отпечаток работает. Камера основная, фронтальная. Аккумулятор с 86%. Звонок сейчас покажу, что идет. Сим-карту видит, звонок работает. Wi-Fi работает. На телеканале «Звезда» в студии Дарья Ватсона. Здравствуйте. 16-летний подросток и женщина погибли накануне в результате обстрела Донецка. В День Победы украинские войска провели массированные обстрелы города. ВСУ нанесли удары сразу по нескольким районам, использовали минометы, ствольную артиллерию. Атаки подверглись и другие населенные пункты.